Сегодня утром на автодороге Белореченск, поселок Южный, станица Пшехская, произошла страшная авария, в которой погибли три человека. Водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны станицы Пшехской, в нарушение правил выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с газелью, груженной овощами под управлением 67-летнего жителя Хадыженска. От лобового столкновения «Приора» загорелась. Погибли ее водитель и 17-летняя пассажирка. На месте столкновения погиб и водитель газели. 64-летняя пассажирка фургона с ожогами и травмами доставлена в реанимационное отделение Белореченской районной больницы.